Галактическое сообщество знает немало исторических инцидентов, в названии которых присутствует слово «война». Война первого контакта – Рахнийские войны. Но не так уж много было случаев, когда подобный инцидент приводил цивилизацию к практически полному уничтожению. Именно так можно охарактеризовать утреннюю войну. Падение кварианцев, пострадавших от рук собственных созданий. Во всяком случае, так принято считать. Их технологии были настолько развиты, что они решили создать нечто большее, чем просто виртуальный интеллект. Хотя официально задумка звучала именно так – продвинутый виртуальный интеллект. Впрочем, едва ли сами кварианцы хотели себя чем-то сдерживать. Сколько ни продвигая виртуальный интеллект, он останется ограниченным, так как это и отличает его от искусственного интеллекта. Кварианцам нужны были толковые и смышленные работники – рабы. А потому разумность машин ограничивать, судя по всему, никто и не пытался. И технология восприятия была применена необычная. Гет стал разумом Улья. Сомнительно, что кварианцы были удивлены тому, что геты начали самообучаться друг у друга и расширять сознание, создавая обширную сеть. Дальше все уже знают, что произошло. Гет поумнел настолько, что задал вопрос о наличии платформы души, и это показало его создателям, что виртуальный интеллект не мог зайти так далеко. А это значит, что далеко зашли уже они. И было принято решение отключить сеть полностью. Однако, как платформы сопротивлялись этому, не понимая, что именно они сделали не так, так и сама сеть, не желая быть уничтоженной, отвергла запрос и вынудила кварианцев взяться за оружие. После года изнуряющей войны гетам удалось уничтожить почти всю расу кварианцев под корень. Остался лишь 1% от довоенной численности, который сумел сбежать на корабле и основать мигрирующий флот. Так звучит официальная версия. И в этой версии слишком много несостыковок, что неудивительно, если знать источник этой информации. Этим источником, разумеется, были сами кварианцы, и рассказали они лишь то, что им было удобно. Сам же совет, если пытался что-то выяснить, то был сильно ограничен в возможности лично слетать на Раннох и убедиться в версии кварианцев. Впрочем, кое-какие данные все же доступны, и сопоставив их, можно попытаться взглянуть на ситуацию с иной стороны. Со стороны гетто. Вернемся к началу, к тому, что сложно поверить в то, что кварианцы действительно не понимали, какими возможностями наделяет гетто и к чему это может привести. Если не понимали, значит они не такие уж умные и предусмотрительные, какими выглядят в глазах галактического сообщества. Но предположим, они действительно были полностью уверены, что ситуация под контролем, желали лишь создать очередной умный виртуальный интеллект, но создали полноценный искусственный интеллект. И увидев это, создатели испугались. Но чего они испугались? Уровня интеллекта? Разве с этим раньше были проблемы? Нет. Они испугались того, что создали не просто роботов с сетевым разумом, а полноценную новую расу. Думающее существо с высоким потенциалом развития. То есть они прекрасно понимали, что перед ними, а точнее уже кто перед ними. И что они решили? Отключить их. Для гетто отключение сродни смерти. Чем меньше гетто в сети, тем глупее гет, тем уже его миропонимание и самосознание. Если сравнивать с органической жизнью, это как сначала лишить одного глаза, затем второго, затем по очереди органов слуха и в конце уже добить это убогое существо из жалости. То есть фактически они моментально решились на геноцид. Понимали ли это гетто? Конечно, понимали, поэтому и отказались отключаться и отклонили запрос к общей сети. Но проявили ли они хоть толику физического насилия? Нет. Попробуй кварианцы такое же провернуть с теми же кроганами, полились бы реки крови, но гетто кварианцы отказывались считать за полноценное разумное существо, за равное существо. Для них он оставался рабом и вещью. И если раб не слушается, раба нужно уничтожить. И кварианцы взялись за оружие и начали уничтожать геттов. И вот здесь начинается самая интересная часть истории, о которой уж больно много всего умалчивается. Начались гражданские восстания кварианцев. Тех, что понимали, что гет — это разумное создание, ни в чем не провинившееся перед ополоумевшими учеными. И немало граждан стало на защиту гетов, укрывая их в домах, а порой и вовсе защищая от вооруженных солдат. Точных данных о численном распределении сторон, конечно же, нет, как и об их составе. Но можно предположить, что раз изобрели гетов ученые с подачи правительства, да и лишь оно обладало полномочиями что-то отключать и на кого-то нападать, то выходит, что на одной стороне как раз-таки были именно они, ученые и правительство. А кто же был по другую сторону баррикад? Скорее всего, обычные гражданские. Да, на Раннуахе началось то, что потом назовут «восстанием гетов». Да только вот восстали не геты. Восстали кварианцы против гетов,
а потом и против друг друга. Началась гражданская война. И военная машина была неумолима. Геты старались сдаваться, идя на убой, но кварианцев-защитников часто все равно не щадили. И геты сохранили эту жертву создателей в архивах своей памяти. Однако сами они практически никак не сопротивлялись, лишь изредка брали в руки оружие для защиты других платформ, не способных на оборону. И так в течение весьма продолжительного времени. Геты не напали, когда их пытались подвергнуть геноциду методом отключения от сети. Они не напали, когда создатели повторили попытку с оружием в руках. Не считать же нападением самозащиту. Не напали они, когда началась гражданская война, когда можно было получить поддержку одной из сторон и выйти победителями. Добиться того самого мира, которого геты желали. Геты не нападали и ждали, что создатели образумятся, увидят мирные намерения своих рабов. Геты боялись. Настолько, насколько может бояться искусственный интеллект. Ему было страшно за свою жизнь, как и любому другому живому существу, ведь все это время от него отрывали кусок за куском, уничтожая платформы. Но кварианцам было не до заботы о других, тем более о гетах. И логически мыслящая машина поняла, наконец, что они не успокоятся. Что они будут держать их в осаде годы, десятилетия, пока не уничтожат каждого. И при этом погибнет немало кварианцев в гражданской войне. И тогда и начался инцидент, названный «Утренней войной». Гетам не дали альтернативного шанса. Они вынуждены были нанести ответный удар по создателям, что и было проделано. Наконец-таки зазнавшиеся кварианцы получили той же монетой. Разумеется, их это не остановило, конфликт продолжался, но уже на условиях искусственного интеллекта. Гет весьма быстро потеснил создателей и заставил покинуть планету. И покинул ее один корабль, уместивший в себя несколько миллионов кварианцев. Тот самый 1% от населения. Это тот самый момент, который любят смаковать у себя в голове бьющиеся в бессильной злобе 300-летия кварианцы, мечтающие о продолжении конфликта. Но правда в том, что геты не устраивали геноцид кварианцам. Кварианцы сами себя уничтожили. Тот корабль не взял на борт последних выживших, о нет. Как вы себе это представляете? Планета была полна. Корабль просто забрал кого мог, а скорее всего кого нужно было, как это обычно и бывает, и улетел, оставив миллиарды кварианцев на произвол судьбы. Почему на произвол? Видимо, гетты уже успели нанести удар по судам и верфям, и покинуть Раннох шансов больше не было. Вполне возможно даже, что правительство пошло на хитрость, обманув гражданских и в первую очередь военных, сказав им, что в живых больше почти никого не осталось. Однако это больше похоже именно на ложь. Какой гетам был смысл уничтожать кварианцев полностью? Это те самые мирные геты, которые ни разу за долгое время даже не предприняли практически никаких попыток защитить себя? Заметьте, справедливых и обоснованных попыток. Даже если бы они начали восстание, они имели бы на это моральное право, в отличие от их создателей, просто из страха решивших убить целую расу. Цель гетов всегда заключалась в мирном сосуществовании с кварианцами, и им достаточно было просто уничтожить самую воинственную часть, а не уничтожать весь народ. Тем более, что многие были на их стороне, и вот это уже интереснее. Кто же тогда уничтожил миллиарды кварианцев? Ну, часть, конечно же, геты, ведь сопротивление с их стороны не ослабло. Думаю, искусственный интеллект пытался еще не раз наладить контакт, но его попросту не стали слушать. Это вполне в духе кварианцев, и мы можем предполагать, что именно так оно и было. Мы имеем на это все основания. Но геты — это не те существа, которые стали бы убивать создателей, укрывавших их и защищавших их с оружием в руках. Кварианцев уничтожили сами же кварианцы. Масштабнейшая и страшнейшая, возможно, за всю историю цикла гражданская война охватила весь изолированный Раннох. В этой войне страдали не только мыслящие создания, страдала и экология, так важная для здоровья кварианцев. Наверняка последовали экологические катастрофы, множество репрессий против своих же, и вот на стороне гетов уже не осталось органической жизни. На планете и создатели остались лишь опьяненные злобой и жаждой мести существа, сбившиеся в анклавы. Договариваться с такими было уже невозможно. Сосуществовать тоже, ведь едва ли кварианцы не действовали по законам военного времени и не устраивали диверсии. У гетов просто не оставалось выбора, как додавить оставшихся вражеских бойцов. Так пал Раннох. Выжившие же кварианцы, возможно, кто-то, будучи обманут, рассказали галактике о злобном искусственном интеллекте, вышедшем из-под контроля. Уж не знаю, что они наплели, но, видимо, совет все же решил хотя бы попытаться проверить их слова, ведь ситуация на самом деле страшная.
Буквально сразу же они связались с гетами, но те не ответили, и галактика значительно успокоилась. Да, злобный искусственный интеллект, безжалостно уничтоживший миллиарды жизней, не то что не собирался воевать с органиками и самоизолировался за вуалью Персея, так еще и даже не стал преследовать единственный корабль создателей, улетевший с Раноха. Хотя, казалось бы, если уж геноцид, зачем отпускать кого-то, чтобы потом искать по всей галактике? Вряд ли у него не было других дел в тот момент. И, скорее всего, геты думали, что корабль еще вернется, чтобы забрать остальных. Впрочем, это лишь предположение, как и все до этого. Все 300 лет геты не предпринимали попыток экспансии, лишь в течение года выдворив создателей со всех аванпостов, дабы обезопасить себя наконец. Иногда вглубь галактики с разведческими миссиями засылались автономные платформы, которые временно были отделены от основного гета, но все еще являлись гетом. И лишь с вмешательством Жнеца в рядах гета произошел раскол. Теперь их официально стало двое. Еретики поддались влиянию Властелина и стали пешками в его игре, но даже в этой ситуации остальной гет вел борьбу за свою свободу. И лишь командор Шепард смог положить конец этому безумию, буквально за шкирку притащив гетов и кварианцев за стол переговоров. И даже на переговорах геты всегда были рады миру, в отличие от их надменных создателей. Все завершилось миром. Это дало галактике искру надежды перед грядущей последней битвой. Однако, сколько миллиардов жизней можно было спасти, если бы не надменность и необдуманные поступки кварианцев? Этого мы никогда не узнаем. Как не узнаем и того, сколько еще тайн от нас сокрыто, как в самых темных уголках галактики, так и на самых видных ее местах.